Но вначале губернатор Александр Цыбульский сегодня выступил на сессии облсобрания. Парламентарии услышали отчет о работе главы региона и правительства за 2020 год. Это первый доклад Александра Цыбульского перед областными депутатами. Выступление длилось почти час. Среди основных тем – реализация национальных проектов, в том числе строительство социального жилья, развитие систем здравоохранения и образования. Произошло два важных для нашего региона события – это выделение дополнительных средств на переселение граждан из аварийного фонда, из аварийного жилья и утверждение программы развития САФО. Скажу честно, это два проекта, которых я практически полгода ежедневно занимался тем, чтобы они были реализованы. Подробный репортаж сессии смотрите в нашем вечернем выпуске новостей.